как у нас меняется погода. Буквально в кофте работал. Сейчас вылезло солнце. Футболку снял, а? Все. Вот. И он сейчас опять затягивает все. Грязюка вообще. Поэтому решили штукатурить пока. Там последнюю стену осталось закончить. Грядку не получается делать, потому что грязь. Вот. И здесь тоже перекопали, блин, а... Почему перекопали? Он из люцерна. Когда-то я сеял. Вот, а все, планы переигрались, теперь ее как-то убирать надо. А ее только если перекапывать. Вот, уже сколько. Ну, все, остатки уже потом продергаем и все. Нормально, я громко говорю. Туда сейчас не пройти, там каша. Да, не пройдешь. Ну, перекопали, она как раз камни это сейчас раскиснут, их потом разобьем. Люцерну оставшуюся поудергиваем и все. Кричит, Хрюша спать не дает. Скажи, Хрюня. Ой, у нее здесь. Ой, 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 скажи, что такое? Что такое? Скажи, надо идти. На проверку надо идти срочно. Идем, водички чистой попей. Свеженькой. Идем, Хрюнь. Ага, это тогда сейчас перевернет. Пойдем. Чего скажи? У меня, скажи, уже головные боли. Я все-таки дама беременная, а там, скажи, она орет. Да? Скажи, чего она орет? Дождь был сильный, забыли закрыть кормушку. Хрюнь, пойдешь на проверку, нет? Тебе, да? Ладно, пойду тогда пока к Марте. Ой, все орут. Бараны тоже на улице просятся. Небо такое, если честно. Вот они тучи идут. И там тоже, видите? И непонятно, сейчас опять ливанет, мы их выпустим. И даст. Они потом там стоят, нам их жаль. Чё такое? Чё тут моя булочка кричит? И чё моя булочка кричит? Ну чё? Ты гулять хочешь, да? Гулять. Ой, она почесаться хочет. Она хочет, чтобы ее почесали. Вон, кстати, кастрюлю поставили. До этого стояла форма. Ну, моя старая. Я ее уже давно Рушану отдала. Вот, а потом убрали, она ее разносит. А вот здесь, вот я, насколько знаю, рассказываю. Ну, подожди, Мар. Ну, подожди, да, близун ты наш. Нельзя, потому что они потом бодаться будут. Нам рассказывали. Все, что мы вам рассказываем, мы не от себя берем, нам все рассказывают. Да, ты моя красотуля. Ой, я близенка. Вот поставили кастрюлю. Хрюша встает. Хрюша встает. Идет. Да, рубероид надо будет. Наверное, скорее всего, вот, просто вот рейками пройтись, закрыть его. Да, девочка. Девочка-припевочка. Хорошая. Хорошая. Все успокаивается. Она просто одна скучает пока по мамке. Ну ничего, скажи, я привыкну, да? Я привыкну. Ой, как привыкну. Привыкнет. Поорёт и перестанет. Да? Более чувствует же мамка же здесь рядом. Поорёт и перестанет. Вода есть чистая, меняем часто. Нормально ей. Спит она там, вон, видите, сухо. Хорошо. О, вышла наша гламурная хрю-хрю. А ты чё двери-то выламываешь, а? Хрюнь. Идёт. Идёт. Красопетовка. Марта, идём сюда, идём, Марта. Я тебя почешу. Марта, идём. Иди ко мне, девочка. Ой, облизывай. Ой, привет. Ой, хорош. Ой, облизывай. Ой, облизывай. Ой. А что ты их выпустить не хочешь? Если выпускать, то всех надо выпускать. И телку, и баранов. Как шарахнет дождь. Опять заводить. Опять будет орать, да?
И они и там встанут, орут. Если дождь идет, они орут, стоят. Домой хотим. Кстати, вон тогда сено баранам дам. Тележку убери, возьми. Тележку так затопило. Заводишь раствор, он прям как пластилин получается, я не знаю, с чем это связано. Хотя я по аннотации смотрю, там вообще марка одна и та же, М500 идет. Но разница есть. Да это уже получается, если до этого бы брали, он мне кажется турецкий какой-то был, потому что там на мешке написано просто Краснодарский край. Ну не написано, какой завод там. Вот. Это черкесский цемент идет. А вот который в Сороке маленькие мешки по 40 килограмм. Он лучше? Да, он по крайней мере самый лучший. А этот ты где брал? Это мы в Слоне взяли, 50 килограмм. В Слоне не надо туда брать. Как я говорю, до этого мы брали в Мегаструе белые мешки. Был. Вот. Он плохой, вообще был ужасный. Для... Бетон заливать нормально. Потому что вот мы полы заливали, все, он хорошо. Но как на штукатурку, так и нифига не подходит. Не нравится мне, как он тянется даже. Не знаю, может попробовать пластификатора больше добавить. Там на пластификаторе не напасешься. Я уже думал, что я разрешился штукатурить. У нас здесь последняя комната осталась. Кухня. И, по-моему, там в коридоре, да, вот этот косяк? Да, в коридоре чуть-чуть совсем. Я говорю, не соскучился? Да как ты знаешь это? Некогда было скучать. Рашан отдыхал от этой штукатурки. Занимался кафелем. Говорит, я потом уже, попозже, немного с кафелем поработаю. Напрягает, конечно, одно и то же, одно и то же.
Это нелегкая работа. Штукатурить. Что, дождь пошел? Конечно. Я же бегом сейчас бегала. Опять. Вот, пожалуйста. Поливает. Хорошо, что не вы это, да? Не вывели их. Ну. Дождь, да, хороший. Сейчас такой. Бы бегом обратно заводить. О, вон там вообще стеной стоит. Вот он. Погодка. Но мне шум дождя нравится. Зарядил дождь. Блин, у меня там это включено. А надо было эту, Рушан, саму вот эту вот розетку перевернуть гнездами вниз. Да, если она отключена, я не смекаю, то я перевернул, вода слилась, все. Тоже особо сейчас это не поштукатурю, вот это закидаю и все. А то что вода заливается, да? Вода заливается, и потом это, начинаешь мешать. Когда мешалка крутит, крутит, а ладошь нападает, нападает, нападает. И потом ты вроде бы, ты же как бы готовишься там. Цемента столько, песка столько, воды столько. А в итоге получается жидкий раствор. И начинаешь на песка добавлять, цемент, и уже пропорции не пойми какие получаются. Ну вот так вот. Дождь, видите, не дает работать. Клумбу не могу закончить. А, поливает. Розы жаль. Вот что сделать? А может быть, я не знаю, может палочки какие-то поставить? Я не знаю, но они прям лежат. Упали. Но я в сапогах в резиновых руж пройду. Потому что что-то надо делать, но они потом грязные будут. Они бедные, сломаться могут. Прям зарядил, да? Поливаю. Ну, один раз он мне дал. Я за мной тоже погнался. У нас вот такой баран был, зеленый. И вот он в загородке там, где сидит. Там в загородке были бараны у нас. Две барашки и баран черный. И Серега маленький, 4 или 5 лет ему было, Серега. И он залез, он его как дал, он только успел вылезть оттуда. Прям выпрыгнул. Так я ему давала гаду. Говорю, гад, зарежу тебя. Все лежат. Все отдыхают. Ой, увидела. Всем привет, у нас новый день. Дождь закончился. Я подождала. Время немножко подсохла, земля. Ну так, конечно, влажная, но работать-то надо, цветы спасать надо. Вот так получается. Розы подвязала. Здесь вся искололась. Вот осталось совсем
чуточку. Вот здесь не нравится, место пустует, смотрите. Вот это вот место пустует. Здесь лаванда сидела, а теперь пустует. Ну, ничего. Потом со временем уже что-нибудь. А так потом планирую я камешками какими-нибудь засыпать, и будет красота. Все нормально будет. Здесь, конечно, такого расстояния не будет. Я хочу здесь поменьше сделать, потом все обрежу. И розу белую подвязала. Грязная, правда. Но отойдет. Нормально, смотрите. Вот так сделала. А так красота. Смотрите, какие розы у нас. Красивые. Вот это мне не очень нравится. Видите, она какая. Если вот это такая, как взбитая, да? Вот она. А это она немножко такая вот слабенькая, более раскрытая. Или это такая же будет? Ну вот, смотрите. Какие розы. Рушан занимается. Дальше продолжает штукатурить стены. Красота. О, розы. Красота. Ой, мне нравится. Здесь вообще, смотрите, такой цвет ярко-алый. Может быть, камера не передает, но на самом деле они очень яркие, красивые. Белая роза стоит. И вот эти маленькие малыши тоже пытаются, раскрываются. Где я видела? А, вот они. Их будет очень-очень много здесь. Меленьких вот таких вот розочек. О, смотрите, они и белые здесь. Видно? Гляньте, и розовая, и белая. А как так? И такое бывает? Просто я не знала. Супер. Красиво. Красиво. Вот видите, распускается. И здесь роза, и здесь распускается. И здесь, на этом кокос. О, и ты здесь. Красавишна. Оба-на, сейчас я ее подцеплю. Оп. Здесь тоже, видите, распускается. Вот такая красота. Работа кипит у нас. Так что потихонечку работаем. Вот этот куст... Не знаю, что с ним делать. У Кристины мама его вот так подобрала. Смотрите, гляньте, вот так подобрала его. Видно, да? И немножко и связала, обвязала, получается. Может быть, мне тоже сделать. Ой, какой запах от него идет. И это. Ну, видите, вот от дождя что получается. Ну, потом встанет, да, Рушан, как ты думаешь? А? Поднимется. Ну как, нормально? Тебе нравится? Ну, лучше, да, конечно, чем было. Сорняка не видно. У нас здесь, понимаете, у нас просто здесь такая земля. Вот я могу вот здесь просто в любой... Вон, видите, сплошные камни. И копни, везде камни. Неудобно ни обрабатывать, ни сюда не посадить. Я говорю, здесь только все выкапывать, да? И новую землю убирать завозить. И новую землю завозить. Но это дорогое удовольствие. У нас пока на это нет ни возможности. Тяпка не пройдет, да? И тяпка, да, не прополишь. Здесь только лазить. А я попробовала здесь, посидела. Здесь же среди роз трудно посидеть, поработать. А здесь тропинка будет широкая. Зальем потом. Ну ничего. Сейчас, конечно, розы на такое это среди камней, оно не смотрится. А так красиво. Мне нравится. И сорняка будет меньше, и я меньше буду на это время уделять. Что у нас большой огород, все знают. Нам нужно огороду, да, Нэнси? Внимание больше уделять. Но так красиво, мне нравятся розы. Чистенько, аккуратненько. А вот интересно, кошки будут гадить все равно? Вот, кстати, вот эта клумба у нас как туалет стояла. Все коты здесь были. Как ни посмотрю в окно, так какой-нибудь кот сидит на раскорячку. Либо Нэнси, да, Нэнси? Сейчас с этой клумбой закончу. Все сделаю. Кто там пришел? Кто там пришел? А потом буду заниматься этой клумбой. Так, ну я уже на финишной прямой. Буквально вот чуть-чуть. Ну, вчера уже поздно было, в 2 часа уже не стал включать бетономешалку. Сегодня сейчас
заведу еще с утра, затяну все и веркушку закидаю. Хороший цемент вот этот. Кстати, сейчас покажу, наверное, какой цемент. Вот такой брал и такой не очень был. Немножко бардак. Вот этот евроцемент экстра. Вот марка 500. Вроде, блин, номер один в России. Но на штукатурку вообще не подходит. Может быть, накладку там, на все такое. И не идет. А вот такой цемент, может, кому просто будет интересно. Портланд цемент. Вот здесь марка, в принципе, не указана. Пока я вот читал. Вот, просто скажу, кто делает. Завод-изготовитель. Волгоградская область. Город Михайловка. Михайловка. Обалденный цемент. Потому что, говорю, прям вот как будто это. Сметаной мажешь стены. Получается раствор. Хотя пропорции что там одинаковые абсолютно. Вот этим цементом я заливал бетон. Как бы бетон, да, шпору нет. Но на штукатурку получается раствор такой зернистый. И он плохо тянется. А еще вот здесь я вот немножко переделать решил. Сначала гипсокартон отпускал. Вот, но что-то его там все повело. Какой-то он такой неровный был, потому что вот здесь направляющих нету. Получается, прямо вот сюда крепил. А здесь тоже неровности. Получился гипсокартон такой. Вот. Купил вот такой уголок. Вместе с сеткой. Он пластиковый. Вот. И на него, короче, это. По нему я выведу. Он как бы уже. Вот эту часть, когда я снял. Вот здесь-то все по уровню. Вот уголочек. И по нему сейчас вытяну нормально. И здесь. Такой момент, то что гипс, он, гипс-картон прямо вот отсюда уходит. Вот. А нам еще здесь надо будет окно как бы делать, дополнительно облагораживать. И это как бы дополнительно съест пространство, поэтому сейчас так буду стягивать. А сейчас заведу раствор и буду дальше. Уже закончу со штукатуркой все. Чтобы к этому не возвращаться. Вот, откосы надо сделать. И в коридорчике там последние штрихи добить. Вот здесь закидать. И вот здесь выровнять. И все, со штукатуркой покончено. Можно будет как бы шпаклевать и кафель ложить дальше.